сейчас мы будем охотиться на акулу людоеда. Она нам требуется для завершения крафтинга на увеличение колчана вместительности. Как только мы добудем шкурку акулы людоеда, мы сможем открафтить себе колчан вместимостью в 30 стрел. Если учесть, что стрелы можно вынимать из лука, мы получим практически бесконечный боезапас для бесшумного оружия, незаменимого для стелс-операций. Silent Storm. Бесшумный штурм. Сейчас переместимся на базу, которая нам подарит квест на уничтожение акулы-людоеда. Значит, редкий. Охота может затянуться, потому что это наивысшая точка апофеоз идиотизма. Охота на акулу-людоеда с помощью лука. Да, нам еще на эту точку зайти надо. А то ничего не получится. Вот, вот, вот. Они нам приготовили лук и стрелы. Еще раздражает идиотизм, что мы не можем в воде использовать нож против акул, например, и другой живности, обитающей в море.
что нам нужно. Только для квеста валяются. Потом, наверное, уже падают. Вот. Взяли и убили акулку. А может, мы первый раз тоже попали. Вряд ли ее можно убить. Одного выстрела. Из лука. Хорошая вещь. Пулемет. Бесконечный боезапас. На катерах. Восток. На юго-запад нас не пускают. Но мы не очень рвемся. Скорее всего, пустят его на какой-то стадии прохождения сюжетной линии. Но мы, как только нас спустили с короткого поводка, решили обследовать весь этот, всю эту часть архипелага. Открыли вначале все радиобашни, потом освободили все базы. Теперь закончим
крафтингом, насколько это возможно. Скорее всего, и здесь тоже есть хантер-квесты на редкие виды животных. А потом пойдем встречаться с доктором. Он нас давно ждет. Итак, квест на акулу людоеда можно взять на этой базе. И открафтить колчан для стрел, увеличив вместимость до 30. Все. Конец фильма. До скорых встреч в эфире.